Омагиана тимирандасия, агьянанжана шалакая, чакшрун милитамина, тасмай шигурае намаха. Джаван Вишнупад Шрила Бхакти Бимала Вадут Махарадж Ки Джай, Джаван Вишнупад Шрила Бхакти Судхир Гасвами Махарадж Ки Джай, Джаван Вишнупад Шрила Бхакти Нирмала Чари Махарадж Ки Джай, Джаван Вишнупад Шрила Бхакти Раджан Мадхусудан Махарадж Ки Джай, Джаван Вишнупад Парамахамса Паривраджика Чари Варя Штутара Шташи Шимад Бхакти Сундар Говинда Дева Гасвами Махарадж Ки Джай, Джаван Вишнупад Парамахамса Паривраджика Чари Варя Штутара Шташи Шимад Бхакти Ракшакшитар Дева Гасвами Махарадж Ки Джай, Бхагаван Шива Бхакти Сидан Сарасвай Такур Прабхупад Ки Джай, Джаван Вишнупад Шива Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай, Джаван Вишнупад Шива Сачитананда Бхактинот Такур Ки Джай, Джаван Вишнупад Шива Джиганатха Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай, Ширу Пану Гуру Варга Ки Джай, Нама Чарья Шива Харидас Такур Ки Джай, Нандхоти Вайшнава Вринда Ки Джай, Ши Читани Сарасват Мат Ки Джай, Ши Читани Сарасват Мат Хачарья Вринда Ки Джай, Джай, Ши Патви Джай Раман Прабу Ки Джай, 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 Вишнупад Вишварением Шива Чебахти Дан Свами Прабхупад Ки Джай, Джай, Сапарикара Шиши Гуру Гуранга Ганхарва Гирит Хариджи Ки Джай, Джай, Ши Гирираж Гвардхан Ки Джай, Джай, Ши Нарисим Хадев Прахлад Махарадж Ки Джай, Джай Шимати Тулуси Махарани Вринда Деви Ки Джай, Бахта Вринда Ки Джай, Нитай Гор, Примананда, Хари Бог. Хари Кришна, дорогие преданные, доброе утро, рады всех видеть, слышать. Вот сегодня мы пели две песни из книги Шаранагати Шрилы Бхактивинода Такура, из раздела Калина Калпатару. Две песни. Хотелось просто прочитать перевод. В общем, такой замечательный перевод как раз о жизни, о бытовой жизни среднестатистического человека в этом мире. Человеческая жизнь – это редчайшая возможность для достижения духовного совершенства. Но сейчас я погружен в скорбь. Ибо чудом получив эту возможность, я так и не воспользовался ей и не поклонялся Господу Кришне. О, кому же мне поведать эту грустную историю? Женившись и запутавшись в узах материалистичной семейной жизни, я проводил свое время напрасно. Я так ничего не достиг и не получил никаких постоянных благ, лишь неприятности стали моим уделом. Так что же это за мир в самом деле? Не похож ли он на тот волшебный фонарь, который видел на ярмарке, где так много теней и оптических иллюзий таинственно танцевали у меня на глазах. Я очень привязан к этому миру и отождествляю себя с ним. И так проходит моя жизнь день за днем совершенно бесполезно и бесцельно. Когда это тело упадет на землю бездыханно, что же останется мне? Тогда уже и все мои дети и все, кто был мною любим, не смогут осчастливить меня. Изо дня в день я работаю подобно Ишаку, и теперь я в раздумьях, ради кого же я так тяжело тружусь. Я до сих пор еще не выпутался из сетей иллюзии. Я провожу свои дни, занимаясь бесполезной, ничтожной работой, а ночи трачены понапрасну, обуянной сном. Каждые 24 часа я никогда даже на мгновение не задумываюсь над тем, что беспощадная смерть сидит подле меня. Я живу совершенно беззаботно, иногда ем много, а иногда мало, если мне хочется. Иногда я гуляю по городу, наслаждаясь его красотами, а иногда сижу дома. Иногда... Иногда я одеваю красивые дорогие одежды, а иногда под настроение ношу простую одежду. Я живу так беззаботно, что никогда не считаюсь тем, что когда-нибудь мне придется умереть. Мое сердце досаждает постоянные тревоги о выполнении моих общественных обязанностей, содержании моего тела, дома, жены и членов моей семьи, ежедневная суматоха вокруг них. Эти переживания мучат меня и разрушают мой разум. Увы, увы, в какое ужасное положение я попал. Я поглощен проблемами и забываю о том, что все они приходящие и вскоре канут в лету. Когда я умру, что же станет с моими богатствами?
Когда мое тело бросит в крематорную яму, оно будет там просто валяться без движения. Там соберется много ворон, стервятников, муравьев и червей, чтобы порезвиться на нем. Все бездомные собаки и шакалы очень обрадуются и в великом экстазе устроят фестиваль и огромный праздник, пируя моим телом. Видишь, это и есть то, что в конце концов станет с этим материальным телом. Но еще более удивительно, что все мои материальные богатства, дом, семью и друзей ждет тот же самый конец. Поэтому я обращаюсь к любому обладающему достаточным разумом. Пожалуйста, брось все эти иллюзии, предоставленные Майей. И будь так добр, пожалуйста, ищи способы обрести чистую преданность Господу Кришне. Ибо это есть одна единственная реальная вечная истина. Мудрый опытный человек никогда не скажет, в конце жизни я буду поклоняться Богу, а сейчас я хочу наслаждаться счастьем в семье. Ибо знает, что его тело неустойчиво и нестабильно, и может свалиться в любую секунду. Смерть обязательно придет, либо сегодня, либо через сотню лет. Так что не живите столь беззаботно, братья. Нисколько немедленно начинайте поклоняться лотосным стопам Кришны, ибо жизнь может оборваться в следующее мгновение. Человек думает, проживя свою мирскую жизнь, я отправлюсь во Вриндаван. Но для того, чтобы освободиться от трех долгов, я очень тяжело тружусь сейчас. Такого рода представление не есть конечная цель жизни. Под влиянием этого абсурдного желания в конце твоя жизнь уйдет, а ты так и не поклонялся лотосным стопам Дина Банха, лучшего друга падших. Если ты желаешь высшее благо, тогда просто постоянно воспевай имя Кришны, где бы ты ни был, дома или в лесу. Все те другие упомянутые доводы – лишь бессмысленные оправдания. Если ты желаешь высшее благо, тогда просто постоянно воспевай имя Кришны, где бы ты ни был, дома или в лесу. Все те другие упомянутые доводы – лишь бессмысленные оправдания. Харе Кришна, Джай Грудев, Джай Шила Бхактинот Такур Ки, Джай, Джай Кальян Калпатару Ки, Джай. Вот такие замечательные стихи написал Шила Бхактинот Такур для того, чтобы мы могли вообще задуматься о том, в какой иллюзии мы находимся, почему мы здесь находимся, как из этой иллюзии выбраться. И самое главное – это понять, что мы в иллюзии. И Шила Бхактинот Такура как раз на этом и концентрируется, что мы все живем в каких-то семьях, своих общественных обязанностях, что-то делаем в этом мире, что-то трудимся, у нас какие-то долги перед этим миром, перед обществом, перед богами, перед многими у нас долги в этом мире. Но все это бессмысленно, если это не сопряжено с преданным служением Господу. И поэтому Бхактинот Такур говорит, займись только одним в своей жизни, займись преданным служением Кришне, займись воспеванием святого имени Господа. Сейчас мы продолжим читать Шримад-Бхагавад-гиту. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, мы читаем 18 главу. Йога освобождения. Закончили вчера на стихе. Те, кто принял прибежище лишь во мне одном, несмотря на то, что они постоянно заняты исполнением своих обязанностей, по моей милости достигают вечного, нетленного бытия. Если мы заняты какими-то обязанностями, но в сознании своем приняли прибежище у Господа, то рано или поздно, по милости Господа, мы достигаем вечного, нетленного бытия. Четаса сарва кармани майя саньясе матпараха будхи йогам упашритя матчита сататам бхава. Четаса в уме, сарва всю, кармани деятельность, майи ради меня, саньясе оставив мирское, мат меня, параха избрав высшей целью, будхи йогам в йоге разума, упашритя приняв прибежище. Мат меня, читаха сознающим, сататам постоянно, бхава стань.
Поэтому, избрав меня выше целью и отрекаясь от всего мирского, задействуй ум и разум в йоге, постоянно сознавая меня и совершая все поступки ради меня. Поэтому, избрав меня высшей целью и отрекаясь от всего мирского, задействуй ум и разум в йоге, постоянно сознавая меня и совершая все поступки ради меня. То есть нужно понять, что такое мирское. Это не просто какие-то предметы, какие-то наше окружение мирское. Мирское – это наше сознание, то есть сознание, которое сосредоточено на удовлетворении самого себя. То есть это, если в центре я, то все становится мирским. Поэтому говорится, что оставь все мирское – это отказаться от этого восприятия. Восприятие, что все предназначено для меня. Вы понимаете, что все может быть мирским, все может быть духовным. Поэтому наше сознание должно быть сосредоточено в йоге. То есть все вокруг мы должны рассматривать как ингредиенты для служения Господу. И тогда это будет подлинная йога. Постоянно сознавая меня и совершая все поступки ради меня. То есть все, абсолютно все мы должны задействовать в служении Всевышнего. Матчита сарва дургани, мат прасада тирисяси, адхачетва маханкаран, нашро шьяси, винак шьяси. Мат меня, читаха осознавая, сарва все, дургани препятствия, мат по моей, прасада от милости. Таришь яси, преодолеешь, адха, но, чет, если, твам, ты, аханкарат из гордыни, на, не, шрош яси, прислушаешься, винакш яси, погубишь себя. Постоянно помни обо мне, по моей милости ты преодолеешь все препятствия. Но если из гордыни ты не прислушаешься к моим словам, то погубишь себя. Это наша самая большая проблема, что гордыня, она не дает возможность нам прислушаться голосу Господа, голосу Гуру, голосу вайшнавов, голосу наших подлинных благожелателей. То есть гордыня, мы думаем, что мы сами с усами, мы во всем разберемся, что мы сами все можем, что мы можем взять книжки, можем почитать, можем посмотреть лекции, что-то послушать, можем где-то прочитать какие-то мантры защитные, можем что-то добиться. Это называется гордыня на самом деле. И Кришна говорит, но если из гордыни ты не прислушаешься к моим словам, то погубишь себя. Поэтому мы должны всегда помнить о Господе, о преданных, о вайшнавах, о гуру и слушать. Ну, первое, что мы должны научиться, это слушать. Это самое главное качество, то есть слушание. То есть если мы научимся слушать, тогда мы поймем. Потому что слушание, оно подразумевает то, что мы перестаем общаться со своим умом. Потому что большинство людей в своей жизни, оно руководствуется исключительно общением со своим умом, который материален по своей природе, и он адвокат. Адвокат нашего ложного эго и гордыни. То есть он постоянно нас выгораживает. Он говорит нам, что все нормально, ты сам все познаешь. И мы пользуемся умом исключительно ради, как материалистичным инструментом. Поэтому мы должны одухотворить свой ум и направить его исключительно на Господа, чтобы ум, он помнил о Господе, поклонялся ему, служил ему, избавившись от гордыни. Постоянно помни обо мне, по моей милости ты преодолеешь все препятствия. Но если из гордыни ты не прислушаешься к моим словам, то погубишь себя. Джай, сипарикара, шиши, гуру, гуранга, ганхарва, гирит, хариджи, ки, джай, джай, ши, гири, раш, гвардхан, ки, джай. Харе Кришна, да, дандавата, всем бахты. Яттаханкарам ашритья, наясья, атиманьяси, митхиайвави, явасьяс. Прокритиством не йокшьяти. Яд, если, аханкара в гордыне, ашритья принимаю прибежище. На, не, йотсья буду сражаться. Идти так, манесе думаешь, митхае ложно, тщетно. Эва просто, явасая это решимость и упорство. Те потому что твоя, прокрити природа, твам тебя. Йокшети вынудит. Из гордости ты думаешь, я не стану сражаться. Эти помыслы тщетны, ибо твоя природа кшатрия вынудит тебя
принять бой. Я вчера читал Шичитанию Бхагавата, и потому Джай Шрила Вриндаван Дас Такур. Джай Шрила Вриндаван Дас Такур. Молодец, Расананда Прабху. Продолжай в том же духе. Харе Кришна. Из гордости ты думаешь, я не стану сражаться. Эти помыслы тщетны, ибо твоя природа кшатри вынудит тебя принять бой. Ведь Кришна так интересно заворачивает, что из гордости ты думаешь, что я не стану сражаться. То есть нам говорят авторитеты, делай вот это вот. Но мы из своей гордости думаем, что нужно сделать что-то другое. Вот. Но Кришна дальше говорит, что все это тщетно, потому что наша собственная природа заставит нас действовать определенным образом. Свабхава джена каунтия нибадха свена кармана картум ничхаси ян махат каришьяси авашо питат. Свабхава — из собственной природы, джена — тем, что рождено, каунтия — сен кунти, нибадха — обусловленный, свена — свой, кармана — долг, картум — совершать, на не ичхаси — желаешь. Яд, который махат из-за иллюзии, каришь яси — ты исполнишь, а вашаха — против своей воли, апи — даже, тат — тот. Каунтия — под влиянием своей природы ты неминуемо исполнишь тот дох, отследование которому сейчас под влиянием иллюзии ты пытаешься отказаться. Каунтия, под влиянием своей природы ты неминуемо исполнишь тот долг, отследование которому сейчас под влиянием иллюзии ты пытаешься отказаться. То есть, ну, мы должны понять такой момент, что как бы долго мы ни отказывались от своего долга, наш долг, он порожден нашей собственной предыдущей деятельностью и, соответственно, нашей собственной природой. И даже если мы отказываемся от своего долга, в конце концов, мы отказываемся от него под влиянием иллюзии, каких-то неудобств или еще что-то, но наша собственная природа, она в конце концов вынудит нас действовать определенным образом. Просто должно пройти какое-то время. Харе Кришна. Джай Шримад Бхагават Гита Ки Джай. Ну а мы продолжаем читать. Да, Дандаваты Бхактивинды. Продолжаем читать Шичитани Чаритамриту. Джай, джай, Шичитанья, джай, Нитьянанда. Джай, Двайта Чандра, джай, Гоура Бхакта Вринда. Так, ну мы сейчас читаем такую главу о довольно-таки сложных вещах, а очень много терминов здесь, рассказывающая о высшей цели человеческой жизни и как эта цель, она проявляется. Вайбхава нубхава саттвика вьябхачари схайбхава раса хай эйчари мили. Непрерывный экстаз превращается во все более и более блаженную трансцендентную расу, смешиваясь с обособленными, подчиненными, естественными и приходящими экстатическими эмоциями. То есть любовь – это такая составляющая, это она основана на отношениях и эмоциях. То есть, и на самом деле, если мы глубоко вдумаемся, то это ради чего все мы живем в этом мире. Не ради чего другого, только ради вот этих отношений, эмоций, основанных на любви. Все, абсолютно все живые существа, хотят они внешне или не хотят, но внутри себя каждое живое существо, оно стремится именно к этому. Дадхиена кханда марича карпура милане расалакхия расахая апурва свадане. Йогурт, смешанный с сахарной карамелью, черным перцем и камфорой, становится необычайно вкусным. Подобно этому, когда непрерывный экстаз смешивается с другими видами экстатических эмоций, он приобретает ни с чем не сравнимый вкус.
То есть удивительным образом здесь такое сравнение, потому что нам понятно до какой-то степени, что такое вкус, да, когда мы смешиваем, готовим какое-то блюдо, знаем, какие пропорции нужно что положить, и это создает определенное удивительное сочетание вкусов, и мы ощущаем это. Или картина, да, то есть определенное сочетание красок создает очень гармонию, и невозможно оторваться от этой картины. Или определенное сочетание звуков, да, то есть создает какую-то определенную мелодию, которая очень гармонично звучит. То есть также и различных эмоций, оно создает определенный ни с чем не сравнимый вкус. Двивидхава Ибхава Аламбана Удипана Вамши Сваради Удипана Кришнади Аламбана. Вибхава, обособленный экстаз, подразделяется на два вида. Один называется поддерживающим, а другой пробуждающим. Звук флейты Кришны – это пример возбудителя, а сам Господь Кришна – пример поддерживающего фактора. Анубхава смиттанритте гитади удбхасвара стамба стамбхади сатвика анубхавера абхитара. Подчиненный экстаз – это улыбка, танец, пение, а также разнообразные изменения, происходящие с телом. Естественные виды экстаза, такие как оцепенение, входят в категорию подчиненного экстаза анубхава. Бхакти Расамрита Синху Вибхава описывается следующим образом. Татражнея Вибхаесту Ратья Свадана Хеттава Тедви Халамбана Экки Татхай Водиппанаха Паре. Причина, по которой становится возможным испытать вкус любви к Кришне, называется Вибхавой. Вибхава подразделяется на две категории – Аламбана опора и удипана возбудитель. Вибхава – это обособленный экстаз. В Агни Пуране говорится: вайбхавати хирати адир ятраена вибхавайте вибхаво намо садведха ламбано дья панат макаха. Побудительные причины любви к Кришне именуются вибхавой. Есть два вида таких причин: ламбана, те, в ком проявляется любовь, и удипана, то, благодаря чему оно проявляется. Бхакти Расамрита Синха об Аламбане говорится следующее. Кришнашча Кришна Бхактишча Будхаир Аламбана Матаха Рати Адирви Шаятвина Татхадхара Таяпича. Объектом любви является Кришна, а носителем этой любви является преданный Кришна. Ученые называют их аламбаной, опорами. Удипана же описывается так. Удипана стутте прокта бхавам удипаянтие кетуши Кришна Чандрасья гуннаш чешта прасадхана. То, что возбуждает экстатическую любовь, называется удипаной. Такими стимулами могут быть качества деяния Кришны, а также его украшения, одежды и разного рода прически. Далее в Бхакти Расамрита Синху приводятся следующие примеры удипаны. Смитанга сорабхивамша шрингану пуракамбхава паданка кшетра туласи бхактатат васарадая. Улыбка Кришны, аромат его трансцендентного тела, его флейта, рожок, ножные колокольчики и раковина, знаки на его стопах, место, где он живет, его любимое растение туласи, его преданные, а также соблюдение постов и обетов, связанных с бхакти. Все это пробуждает признаки экстатической любви. Анубхава Бхакти Расамрита Синху описывается так. Анубхава стучиттастха бхаванам ава бодхаха. Те бахирви крия прия прокта удбха сваракхяя.
Множество внешних экстатических признаков или изменений тела, указывающих на экстатические эмоции в уме, называются анубхавой, подчиненными экстатическими проявлениями любви. По-другому они называются упхасварой. Это могут быть танец, падение на землю, катание по земле, очень громкое пение или плач, судороги, громкий крик, зевота, глубокие вздохи, слюни окружающих, слюнотечение, сплевывание, икота и другое. Все они делятся на две группы – шита и кшепана. Пение, зевота и другие виды анубхавы относятся к шите. Танец и судороги называются кшепаной. Главное только не изображать все это. В анубхашье Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур приводит следующий стих из ведических писаний, описывающих упхасвару. Упхасанте свабхаванните прокта упхасвара будхаи невиоттарья дхаммила срамсанам гатраматтанам дримха гранасья пхуватвам нишасвадешчате матаха. Проявляющийся в теле человека, погруженного в экстатическую любовь, ученые люди называют упхасварой. В этом состоянии может развязаться пояс или могут прийти в беспорядок волосы и одежды. Судороги, зевота, дрожание ноздрей, тяжелое зевота, падение на землю и катание по земле также являются внешними проявлениями любовных эмоций. Стамха и другие признаки описаны в 167 стихе 14 главы Матхи Лилы. Нирвида гаршади титриша вьябхачари савамили расахай чаматкаракари. Существуют и другие составляющие, начиная с отчаяния и ликования. Всего таких эмоций насчитывается 33. И когда все они проявляются, раса становится изумительной. Нирвида харша и другие признаки описаны в Матхи Лилы. Проходящие эмоции в Вибхачаре также описываются в Бхакти Расамриту Синху. Адхайчанти траистримшат бавае вьябхачаринаха вишешена бхимукхена чаранти стхаянам прати ваканга сатто сучае еесте вьябхачаринаха санчаранти бхавасья гатим санчарино пите унмаджанти Ниманджанти, стаяни Амрита Вирадхав, Урме Ватвардхаянтайнам, Янти Татрупатам Чате. Насчитывается 33 проходящих эмоций, называемых Ябхичари. Они всегда сопровождают постоянные чувства, как их помощники. Их можно узнать по речи, по различным телесным признакам и по особым состояниям сердца. Поскольку они приводят к проявлению постоянных чувств, они называются также санчари, они разжигающими эмоциями. Эмоции санчари то нарастают, то угасают на фоне постоянных чувств, подобно волнам в океане экстаза. Отсюда их название вьябхичари. Харе Кришна. Панча Витхи Раса Шанта Даси Сакхи Ватсалья Мадхура Нама Шрингара Раса Сабате Прабавая. Существует 5 трансцендентных рас: нейтральная раса и раса служения, дружбы, родительской нежности и супружеской любви. Последняя известна также как раса сладости. Супружеская любовь превосходит все остальные расы. Харе Кришна. Ну, на этой радостной ноте мы закончим описание проявления различных признаков той личности, которая предана Господу из любви.
Дандаваты всем бхакты, Хари Кришна. Это далеко не наш уровень медитации, на чем сосредоточиться практикующим материалистам. По поводу то, что мы на это медитируем или не медитируем, это нет вопросов. Просто есть такой момент, как параян. То есть параян заключается в том, что мы читаем книги, определенные писания, читание Чаритамриту, читание Бхагавату, Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, книги наших учителей. И некоторые главы, некоторые стихи мы просто прочитываем, потому что мы должны их прочитать, потому что они есть в Писаниях. Вот поэтому это такая, скажем, мы должны знать обо всех этих вещах, хотя бы иметь представление, о чем вообще идет речь. Вот, но на чем сосредоточиться практикующим материалистам? Я думаю, нужно сосредоточиться на том, что нам сказал Гурудев. Первое, что он нам сказал, это воспевать святые имена без оскорблений. То есть научиться слушать святое имя. Изучать, соответственно, определенное писание Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам. То есть нужно понять, что это не то, что на чем-то мы должны специально сосредоточиться. Наша вся жизнь, она должна быть сосредоточена исключительно на преданном служении. Вся наша сосредоточенность должна заключаться в том, что мы должны постоянно отслеживать, о чем мы думаем в данный момент времени. Рассматриваем ли мы нашу жизнь как поудобнее устроиться, получше понаслаждаться в этом материальном мире, как лучше исполнить какие-то свои обязанности для того, чтобы все было хорошо, либо мы думаем о том, что как это принесет счастье Господу, как это будет принесет счастье Гуру, другим вайшнавам. То есть у нас такая медитация, она творческая, скажем так, да, мы должны постоянно думать, как я могу служить для Господа. Вот. А чтение Писаний – это некая загрузка определенными файлами, да, то есть у нас должны присутствовать некие духовные файлы, чтобы они жили в нас, потому что сквозь призму этих файлов мы, в конце концов, сможем видеть реальность. В противном случае, если мы не будем такими духовными файлами загружать свое сознание, мы загрузим их какими-то иллюзорными, и наша медитация, естественно. Даже понять, что медитация – это не что-то такое, что вот, ну, люди подразумевают, что медитация – это нужно сесть и вот на чем-то начать размышлять. Медитация – это вечный процесс, он постоянно идет, то есть в вечном потоке. Единственное, что мы должны убирать, принимать все благоприятное для нашей духовной практики, отвергать все неблагоприятное. Вся жизнь, она должна превратиться в некую такую медитацию. Может быть, статичный, может быть, динамичный. Вот. Но мы должны понять, что наставление наших учителей изучать, читать определенные книги, и то, что мы сейчас читаем эти стихи, это как раз сегодня пришло такое время, вот читать именно эту книгу, эту главу. Мы закончим эту главу, перейдем к следующей главе, потом к следующей, потом перейдем к следующему тому, и когда мы закончим этот том, возьмем первый том, и начнем по кругу опять читать. И то, что мы сегодня соприкоснулись с этим, это значит, так должно быть. Харе Кришна. Хори Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Thank you.
Джай Суприкараши Ши Гуру Гуранга Ганхаро Гиридхариджи Ки Джай. Джай Ши Гирираш Гвардхам Ки Джай. Джаун Виштупат Парамахам Сапариврадзи Гачарья Варя Штотарашта Ши Ши Мат. Бахти Сундар Говинда Дев Гасвай Махараш Ки Джай. Джаун Виштупат Парамахам Сапариврадзи Гачарья Варя Штотарашта Ши Ши Мат. Бахти Ракшак Штар Дев Гасвай Махараш Ки Джай. Бхагаван Шива Бахти Сидан Сарасвай Такур Прабхупада Ки Джай. Джаун Виштупат Шил Гору Кишор Дас Бабаджи Махараш Ки Джай. Джаун Вишнупат Шила Сачитананда Бахтинот Такур Ки Джай. Джаун Вишнупат Шила Джаганатха Дас Бабаджи Махараш Ки Джай. Ширу Пану Гуру Варга Ки Джай. Нама Чарья Шила Харидас Такур Ки Джай. Нанд Коти Вайшнава Вринда Ки Джай. Ши Бадев Видепхушана Ки Джай. Шила Вишванатха Чакравай Такур Ки Джай. Ши Народтам Шимананда Шинивас Чарья Прабу Ки Джай. Шила Вриндаван Дас Такур Ки Джай. Шила Кришнадас Кавираджа Ки Джай. Садга с вами Вриндауна Ки Джай. Са Паршада Шинитианда Прабу Ки Джай. Са Паршада Шиман Махапрабу Ки Джай. Джай Ши Ши Рада Кришна Гопи Гопинат. Шьяма Кунда Рада Кунда Гири Гвардхана Ки Джай. Шудха Бахти Вигнавинаша Шинри Симха Дев Ки Джай. Бахта Прабара Прахлада Махарадж Ки Джай. Туласи Махарани Ки Джай. Ганга Ямунаджи Ки Джай. Гранта Рад Шимат Бхагаватам Читани Чаритамрита Ки Джай. Вишвайшнава Раджа Сабха Ки Джай. Ши Читани Сарасват Мат Ки Джай. Шидам Майпур Ки Джай. Шидам Набадвип Ки Джай. Бриндаван Пурушоттам Дхам Ки Джай. Баладева Субхадра Джаганатхаджа Ки Джай. Самаветта Вайшнава Мандала Ки Джай. Самаветта Бахта Вринда Ки Джай, Харинам Санкиртана Ки Джай, Джаум Вишнупат Шила Бахти Бимала Вадут Махарадж Ки Джай, Джаум Вишнупат Шила Бахти Судхир Гасвая Махарадж Ки Джай, Джаум Вишнупат Шила Бахти Нирмала Чарья Махарадж Ки Джай, Джаум Вишнупат Шила Бахти Раджамат Хусудун Махарадж Ки Джай, Ши Читани Сарасват Матхачарья Вринда Ки Джай, Джай Шипат Виджараман Прабу Ки Джай, Джай Шила Бахти Амрит Махавир Махарадж Ки Джай, Джай Шипат Бахти Ашрай Данди Махарадж Ки Джай, Джай Шимати Бахти Валита Деви Ки Джай, Джай Вишнупат Вишварением Шива Ачей Бахти Дан С вами Прабхупад Ки Джай. Вся слава всем преданным Ки Джай, Нитай Гоу, Примананды, Харибу. Хари Кришна, дорогие преданные, были рады со всеми пообщаться. Хари Кришна. Мы встретимся, наверное, если ничего не помешает, в обед. Будем продолжим читать Шри Рамаяну. Всем дандаваты. Хари Кришна, приятного духовного дня. Побольше воспевания, побольше чтения, побольше изучения. Не забывайте предлагать пищу Господу. Итак, наша жизнь, она, как мы читали сегодня утром из песен Шрилы Бхактивинода Такура, она постепенно подойдет к концу, и мы осознаем очень многие вещи, столкнувшись в преддверии смерти. Харе Кришна, всем дандаваты.